Искусство – это автопортрет человека, который рисует реальный мир, отражая его через себя. Кристина Смелова. Просто мне хорошо, когда я что-то делаю, когда я творю, когда я пишу. В живописи Кристины Смеловой четко видны импрессионистические приемы письма. Я просто, мне так удобно выражаться. Работая преимущественно мастихином, художница не заботится о тщательном выписывании отдельных предметов, но передает зыбкое, сиюминутное состояние пространства в целом. Нанося широкие пастозные мазки, она будто покрывает цветовым рельефом собственные чувства и переживания. При этом первую скрипку играет колорит, а линии и контуры не более чем тонкий аккомпанемент к торжеству цвета. Я не мыслю категориями такими прямыми ровными. Вдохновляет ее прежде всего природа. Изначально все идет от природы. При этом живопись Кристины никого не пытается в чем-то убедить. В картинах Смеловой нет излишней назидательности и нравоучений. Ну, ничего никому научить не могу, потому что кто как родился, он уже... Мы уже слишком взрослый, чтобы я кому-то могла чему-то научить. Ну, чаще всего мой зритель. Она не сковывает себя темой общественных отношений или вопросами политики. Вообще никакого смысла отношения к политике не имеют художники. Камерная лиричность и ясная простота творчества Смеловой проявляется прежде всего в ее натюрмортах. Например, когда я, опять же, в селе жила, то мне нравилось все. Там как вишни цветут, как кукуруза, это, зерна обдирать с нее. Ну, в общем, все, абсолютно все. Ну, вот эти все моменты хочется изобразить. То, что окружает, то и вдохновляет. Художница воспела на своих полотнах грозди винограда Изабелла, ярко-оранжевые подсолнухи, крепкие осенние грибы, спелый красный арбуз. Но чаще всего она рисует цветы. Скажем, пока я сама не начала выращивать цветы, я там видела, что они красивые, но я не понимала, насколько на самом деле они красивые. На самом деле мы рисуем то, во что себя вложили, рисуем самих себя. По большому счету, даже любой натюрморт – это в какой-то степени автопортрет. Но преобладают в творчестве Смеловой все же пейзажные работы. Кристина чаще всего использует светлые, сдержанные тона серебристой гаммы, с помощью которой ей удается передать морозное дрожание зимнего воздуха, влажную тяжесть оттепели, напоенное туманной влагой летнее утро, сырую воздушную среду в предчувствии грозы. Городские парки, древние храмы будто растворяются в вибрирующей субстанции, то густой, как кисель, то прозрачной и звенящей. Предпочитая серебристую гамму, художница, тем не менее, активно работает с темно-синими, красными, коричневыми массами. При этом, импровизируя свободно и непосредственно, Кристина всегда остается сама собой. Любое искусство – это портрет человека, который это создавал. Мы рисуем, по большому счету, себя. Смысл, вложенный в ту или иную картину, как и техника исполнения, меняются по мере роста и развития личности самой художницы. Если в студенческих работах она просто и естественно любуется обнаженной женской красотой, то в более поздних работах появляется поэтика и тонкая лиричность. При довольно ограниченном выборе цветов образы получаются все более светлыми и гармоничными. Здесь нет фабулы, но есть нежное трепетное состояние, словно тающее в хрустальной метафизике лунного света. Однако в жизни художницы бывают периоды, когда романтическое восприятие мира снижается и приходит более зрелое понимание жизни. Тогда на первое место выходит именно сюжет, идея, которую художница посылает миру. Просто бывает, что хочется плакать. Плачешь на холсте. В такие периоды даже яблоки истекают кровью. Но проходит время, и если не затягивается рана, то приходит новое философское понимание и осмысление жизни. Но я прекрасно понимаю, что у всех людей разные вкусы. Я прекрасно понимаю, что мои работы могут кому-то не нравиться вообще. А жизнь неотступно творит новую реальность. Поэтому на полотнах Кристины не прошлое, а настоящее и будущее. На самом деле, все не имеет никакого смысла. Но имеет смысл, если это хорошо. Проживать хорошо имеет смысл. Вот.